Мы в Палестине не жили в древние годы седые. Мы за Христом не ходили, чтоб слушать речи благие, видеть лицо вдохновенное, правды и истину силу, и сострадание огромное, пылкой любви негасимой. Мы в Палестине не жили, но сила Духа Святого снова для нас воскресила образ Христа дорогого. Дух нас ведет по страницам древних священных писаний. Многие разные лица там предстают перед нами. Но на лице удивительном вдруг остановим мы взгляды. Это наш Бог и Учитель. Он говорит к нам, Он рядом. Тихо и ясно, в рассвете тихого ясного утра, о подчинении сердца истине вечной и духу, чтобы не только наружно праведно мы поступали, Новый Завет в мыслях, чувствах нас от греха охраняет. Мы в Палестине не жили, но в обновлении духа снова ее посетили и напитали там душу. Слышали мы Иисуса с моря, с горы говорящим, были в домах с Ним и всюду видели образ спасшего. Мы в Палестине не жили, но мы спасение приняли. Дух Иисуса, Дух сильный, труд совершил свой над нами. Путеводитель наш благостный, грех и вину обличаешь. Ты утешением нас, радостью и воскресением венчаешь. И в существах обновленных, праведный, вечный, будь с нами, новые силы духовные в нас ты вливай постоянно.